заострить внимание на теме, которая касается подготовки специалистов для высокотехнологичных предприятий, управленцев, коммуникаторов с инженерными компетенциями для технических вузов. И сегодня, как вы знаете, я думаю, в России десятки таких вузов, которые готовят, например, для себя специалистов. Их охотнее берут на работу в себе предприятия сферы УПК, космической отрасли или каких-то других сфер. Давайте постараемся в ходе сегодняшней дискуссии слушать различные мнения на волнующие всех нас темы. Но, однако, стоит помнить о том, что есть регламент выступления, и мне бы хотелось попросить вас рассчитывать на время от 3 до 5 минут на выступление. Также прошу каждого выступающего представляться и говорить о том предприятии, вузе или компании, которую вы здесь представляете. Ну и перед тем, как мы перейдем непосредственно к нашей дискуссии, хотелось бы